о том, почему пришла в эту профессию и что для нее сегодня значит работать над профориентацией молодежи, Мария Ковалевич может говорить долго. Вся ее трудовая жизнь, а это ни много ни мало, почти полвека, была посвящена психологии юношества. Год науки для Марии Степановны был насыщенным на разного рода проекты и инициативы. Приятное завершение 2017-го, признание деятельности на республиканском уровне и высокая награда от министерства. Безусловно, я горжусь этим. Я рада этому. Меня поздравили мои дети, которые здесь сотрудники университета, и доктор наук, и профессор, моя дочь образования, и наука. Они украшают нашу жизнь, честно говорю. Я теперь не представляю себе, как жить. Профессиональная моя жизнь и жизнь личная – это вообще нечто единое целое. Одно без другого не существует. В 2017-й, в год науки, Мария Ковалевич, как и весь коллектив Брестского государственного университета имени Пушкина, вступала с серьезными амбициями. Важно было подтвердить имеющиеся успехи, а также утвердиться по ряду новых позиций. Конечно же, в приоритете – приобщение студенческой аудитории к науке. Немалый вклад в развитие университета в год науки внесли и преподаватели. Об этом говорят итоги деятельности в 2017-м, которые были подведены в рамках Совета университета. Защищено 7 кандидатских и 2 докторские диссертации. Проведено 15 международных научных конференций. Преподаватели университета участвовали в 4 государственных научных программах. Курс на 2018 остается таким же конкретным, но многовекторным. Важно предоставить молодым ученым хорошую базу для развития научного потенциала, при этом оставаясь верным канонам классического университета, где на равных существуют фундаментальные исследования и практическая применимость инноваций. Развитие университета как такой внебюджетной организации, то есть о внедрении результатов научных исследований в практику, в экономику, в образовательный процесс. И я хочу сказать, что наши преподаватели в этом плане тоже многое делают, поскольку научные исследования, они должны быть как фундаментальные, так и практикоориентированные, и многие из них действительно являются практикоориентированным. Сейчас и делаем тоже на это упор. Ну и кроме того, заявлено опять, что в этом году очень много будет подготовлено учебников с грифом Министерства образования, а значит, по этим учебникам будут учиться не только студенты нашего университета, а и всей республики. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.